состоялось заседание штаба санитарно-эпидемиологического, на котором было принято решение рекомендовать руководству города Вологды, мэрии города Вологды, рассмотреть возможность приостановления учебного процесса в общеобразовательных школах. В связи с чем? Дело в том, что за последнюю неделю с 5 по 12 февраля наблюдается существенный рост заболевших, особенно в детских группах, в детских коллективах. Сегодня мы превышаем эпидемиологический порог на 86%. Количество заболеваний превысило 19 тысяч. Но ситуация в регионе разная. В Череповце уже начался спад. В Вологде ситуация посложнее. Вот именно с целью недопущения роста эпидемии, с целью нераспространения в детских коллективах и острых респираторных вирусных инфекций, конечно, гриппа, принимается это решение. В Вологде выведено 90 групп в детских садах. В школах, учитывая, что детские коллективы именно в возрасте от 7 лет и до 14 являются основными очагами, принято решение школы приостановить. Учебный процесс в школах, он пока на ближайшие 5 дней, но учитывая предстоящие еще каникулы, ну, праздничные дни, да, то есть получаются такие незапланированные каникулы. Эта мера, конечно же, вынужденная. Надеемся, что вот эти кратковременная приостановка деятельности, она позволит перешагнуть пик эпидемиологического порога, и эпидемия пойдет на спад.